Привет, друзья! Рад вас снова видеть на канале. Сегодня мы поговорим о довольно мощной и незаменимой вещи для любого садовода – воздуходувке Deco DKBL-21. Разберем все ее фишки, расскажу о плюсах и минусах, чтобы вы точно знали, стоит ли она своих денег. Как обычно, ссылки на товар ищите в описании, так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Что касается внешнего вида воздуходувки Deco DKBL-21, то она выглядит достаточно компактно и эргономично. Габариты без упаковки 480 на 280 на 140 мм, а вес всего 3 кг. Такой вес позволяет использовать ее без особого напряга даже продолжительное время, рука уставать не будет. Ее корпус выполнен из прочного пластика, что делает ее легкой, но при этом достаточно надежной для интенсивных работ в саду или на участке. Ручка удобная, с хорошим захватом, так что можно не переживать, что инструмент выскользнет во время работы. Не забудь заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод. Так что не упускай шанс взять ее по отличной цене. Теперь давайте подробнее поговорим об особенностях воздуходувки Deco DKBL-21, потому что тут реально есть что обсудить. Начнем с главного – это аккумуляторное устройство, и напряжение аккумулятора здесь 20 вольт. В комплекте идут два аккумулятора с емкостью 4000 мАч каждый, что дает возможность работать без остановки дольше. Благодаря литий-ионной технологии аккумуляторы быстро заряжаются и долго держат заряд, так что вы не будете привязаны к розетке и сможете свободно перемещаться по участку. Что касается технической мощи, тут Deco не подкачало. Скорость холостого хода 16 тысяч оборотов в минуту, что весьма прилично, а максимальная скорость воздуха достигает аж 130 км в час. То есть даже самые мокрые листья или мусор не устоят перед этой штукой. Кроме того, объем воздуха, который она может пропускать через себя, составляет 6 кубических метров в минуту, что достаточно для быстрой уборки больших территорий. А вот еще один плюс, у нее целых 7 режимов скоростей, что позволяет легко адаптировать инструмент под разные задачи, будь то легкий мусор или что-то более серьезное. И последнее – щеточный двигатель. Да, возможно, это не самая современная технология по сравнению с бесщеточными моторами, но она надежная и проверенная временем, так что с точки зрения долговечности все в порядке. Я тщательно изучил отзывы владельцев Deco DKBL-21 и выделил основные плюсы и минусы, чтобы вы имели полное представление о том, чего ожидать от этой модели. Минусы. ЗУ греется. Один аккумулятор. Неудобно крепятся патрубки. Плюсы. Отличная мощность. Компактный размер. Легкий вес. Регулируемая скорость. Эффективно выдувает листья с газона. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, обзор воздуходувки Deco DKBL-21 был для вас полезен. Не забудьте заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод, чтобы вы могли сэкономить на покупке. Обязательно пишите в комментариях свое мнение об этой модели, интересно узнать, что думаете вы. И, конечно же, если вам понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!